12 августа в День молодежи прошел организованный молодежным центром и городского права хип-хоп и брейк-данс баттл GMNN, который все очень долго ждали. Баттл проходил в ночном клубе «Люкс» в шумной, позитивной и музыкальной обстановке. Принять участие мог любой желающий, независимо от возраста и умений. Стоило лишь пройти регистрацию, и можно смело танцевать. Танцоры приходили не только показать себя, но и набраться опыта у других выступающих. Всего было 27 участников, выступали танцоры как из Нарвы, так и из Санкт-Петербурга, Ихви и Силаме. Все они были абсолютно разных возрастов, а самому юному участнику было 7 лет. Однако возраст не помешал ему впечатлить зрителей своими движениями. Участники делились на две группы – начинающие и профессионалы, но и в той, и в другой группе ребята прекрасно проявляли себя. После каждой пары строгие, но опытные жюри выбирали, кто проходит следующий раунд, а кто покидает баттл. Очень часто мнение зала и судей отличалось, но все-таки выбор был за профессиональными танцорами. Наверное, единственной для танцоров проблемой было то, что в помещении было очень жарко, но это не помешало им продолжить танцевать. И зрители и танцоры были заряжены позитивом, поддерживали друг друга и слушали музыку, которую ставил диджей Greenway D. Во время перерывов зрителям не давали скучать, потому что судьи радовали их своими выступлениями и показывали участникам, что им есть куда стремиться. Все танцоры остались довольны баттлом, набрались опыта и зарядились мотивацией. Отдельную благодарность стоит выразить организаторам, которые смогли в День молодежи устроить такое мероприятие, ведь до этого ничего подобного в городе не проводилось. Будем очень надеяться, что в следующий раз будет еще больше участников и зрителей, а те, кто недоволен своим выступлением и в этот раз, наберутся опыта и будут упорно тренироваться, и в итоге покажут класс. Поздравляю, как твои ощущения после победы? Мне очень понравилось, хороший драйв от танца. Это весело и расслабляет. А это твой первый батл? Нет, второй. Первый был старт. И какие успехи были там? Дальше отборочного не прошел. А сколько ты лет уже занимаешься хип-хопом? 2 или 3 года. Давай, хорошо. Какие впечатления после батла? Очень положительный. Все танцоры и, мне кажется, те, кто... телезрители, те, кто смотрел на этот батл, остались весьма довольными, мне кажется. Так что, мне кажется, все получилось. Какой бы совет ты дал на будущее участникам? Ребята, развивайтесь, нам не хватает танцоров. Спасибо.